И всем привет, с вами Moneyplay, и сегодня мы будем играть в Bubble Quest на вот таком вот стареньком смартфоне 9-летней давности. Это мой старый Samsung, который я купил, ну, который мама мне купила в 2013 году. Я его восстановил с помощью вот этих трех телефонов, ну, здесь их два, там еще один лежит. Вот он. И сегодня мы попробуем поиграть на нем в Bubble Quest Multiplayer. И здесь Android 4.1.2. Bubble Quest поддерживается 4.4. Я скомпилировал специально для 4.1, чтобы он хоть как-нибудь запустился. Тут еще Minecraft есть, старой версии. И мы ждем. Он, кстати, быстро запустился. Свечивает. Ну, выключился. Да, интернет я отключу, чтобы он не загружал рекламу. То, что он очень будет лагать. Давно видео с голосом не было. Да. Морген. Я тут уже пытался играть. И знаете, он кое-как идет нормально. Давайте попробуем купить гемы. Все, купили гемы, давайте эксклюзивный ящик откроем. Я не стал сюда устанавливать приложение для захвата экрана, то что игра бы очень сильно лагала. Дымоход, это мой одногруппник, который попросил меня добавить. Не видно то, что фон поменялся на фиолетовый. Ну, на камере с умой. Так, ну все, больше нету. Давайте еще купим. Сколько? 50? Не хватает. Адский ящик купим. И ушел. Все. Ну, теперь давайте назад. Давайте попробуем мини-игры. Давайте готовим с поваром. О. Давай. Такой маленький экран. Сейчас мафиозник придет. Вот и мафиозник. Что он там хочет? Мясо, капуста и морковь. Да, пальцы вам мешают, конечно. Экран очень маленький. Давай. Пофиг, можно два. Да. Морковь, капуста и мясо. Давай. Давайте попробуем раннинг. И в раннинг можно поиграть.
Лагает, конечно, иногда. Подлагивание есть. Да, лагануло. Давайте попробуем. Ну а что? Давайте флэппи квас. Давайте вниз. Блин, там джойстик, конечно. Кое-как можно играть. Даже нет лагов, кстати. Там в Play Market пишут отзывы, то что у них вот на таких вот смартфонах новых, ну там Redmi, Xiaomi, у них там лагает ужас. Я даже видео смотрел ихние. А здесь Android 4.1.2, смартфону 9 лет, и он спокойно тянет Bubble Quest мультиплеер. Давайте попробуем еще что-нибудь купить. Какой-нибудь ящик. Да, вот переход. Да, вот иногда вот есть лаги, но все плавно идет. Если их нет. Давайте опять. Дымоход. Текст маленький очень. Давайте опять училку. Опять информатичка. Дайте уже другую училку. Много член. Ладно. Давай. Выпусти меня. Давайте попробуем в бойцов зайти. Кстати, теперь смотри, 112 бойцов. Больше, чем в оригинальном. Скоро выйдет обнова, ждите. Сейчас выходит до сих пор то 4-е глобальное обновление. Уже 5-й день проверяют. Вот, кстати, Bubble Pass. Наконец-то. Можно за... Вот, 150 монет можно забрать. Хоп. Чтобы посмотреть, какие там призы вот здесь. Просто вот нажмите здесь, вот и все. И вы увидите, какие тут призы будут. Вот здесь, кстати, Бен будет. А вот здесь Слава Бэпру. Здесь где-то... А, ну вот здесь... Да, вот. Катольд. Наконец-то. Так. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментарии, что можно еще добавить в Bubble Quest. Конечно, не пишите, добавь меня, меня уже бесит. Это... Какой смысл добавлять в игру с мемами? Вы же не связаны ни с каким мемом. Ладно, все, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.